Груши рога, руки сильны, только водка рыбковая. Меня в армию забрали, вся деревня плакала. Только Милка умку сдала, за сараем какала. Мочка, ты что? Ты что, пугаешь-то меня? Ой, я тебя обыскала. Что сердце взорвало? За сараем забежала, там Зоя Камышовка на твоем месте сидит. Я говорю, Зойка, чё ж на чужое место это села? Она домой ушла, белье гладить дать ей можно. Беда, мой, беда! А что за беда, неужели это? Опять? Ты смотри, не ожидала. На сколько? На полтора года. Что на полтора года? Внука ладно, забирали на полтора года. Ну, тебя думала, акциз на водку подорожал опять. Че, Алёшка, радоваться надо, Лёха. Чего мне радоваться? Что из него через полтора года мужика настоящего сделают, чё ты болташь? Почему так говоришь? Как почему? Потому что его всему мужскому там научат. Почему? Стирать, убирать, мыть посуду, готовить, полы, картошка, пылесос, с собакой погулять. За ними, как за маленькими детьми, там накормят, напоют, спать уложат. А потеряться так найдут обязательно. Правда, что что? Точно? Точно, тебе говорю. Там, а как?
Мочка, может, я тогда вместо внука пойду посуду? Чё? А чё за кадрёсы эти динозавры-то? Вчера дам тебя. Идёт сюда. Идёт сюда. Ты чё тупишь, Клавка? Стыдовище. Деда мистера лучших бойцов называют. Хотор молодых уму разбудешь. Ба. Аж интересно как. Как вот это? А ты откуда знаешь? Как откуда ты знаешь? А слушай, у тебя ж вся родня-то по попе. Папа, ты кто поливает? Ой, мужчина. Шок не будет. Ты должна знать, мой друг, скажи мне, сугуб гражданскому человеку, с чего начинается армия? С картинки в твоем, буква креса, и что за испуг? Да, ты тянешь. С чего вы тянете? Ты что расшутилась-то, я тебе спрашиваю? Стоит она тут, трусы гладит и шутит. Я серьезно спрашиваю тебя, трусоглавка, блин. Мандал. Клавдия Ивановна, если серьезно, то армия начинается медкомиссии. Понятно тебе? Непонятно. Какой нужна медкомиссия? Ну как на кой нужна, Клав? Там призывники показывают военкому. Кто на что способен, так сказать? Кто чем обладает, так сказать? Это как? Ну голые они там все ходят. Военкомы! Призывники! И чё же? Как чё же? Тебе чё, на конкретном примере показать? Ну хотя бы. Да пожалуйста, вот что. Рядовой цветочек. Кто я, что ли? А я давай, мой. Давай я, мой. Я, мой, давай я. Я, мой. Да не надо явить по сто раз. Рядовой цветочек. Я. Головка часов заряд. Наклониться вперед. Есть. Взять с руками за ягодицы. Есть. Теперь медленно развести руки в стороны. Есть. Вот таких, как ты, сушка крашена, в авиацию зачисляю. Потому что рожденный ползать летать не должен. Ну что, прошла я нет, конечно. Да, прошла, мой же войска управлял. О, в каких войсках служить почетнее? Ты что, привязался ко мне? В элитных. В элитных? Ну как же? А какие у вас там элитные? Ну как у нас элитные? Что думал, ВДВ, морская пехота там. Морская пехота. Все, что ты смотри. Нет, не все, есть еще одни. Зажать хотел. Но эти суперы нет. Вот такие нам и подавайте-ка! Супер элитные! Стройбат называется. Серег! Стройбат, батяня, батяня, стройбат. Ну, пьеха поет. Иди ты. Нет, Стас. Этим головорезом даже оружие не выдают. Да что ты, не нет, лопатой по хребтине. И мертвые с косами стоят. И тишина. Дурачок, ты что, не псыкнула, блин, от страха-то? Бывает. Маленько всыкнула. Упустила? Упустила, вот, упустила. Бывает. Не надо нам ни элитных, ни суперэлитных. Пусть вам мгновенных служит и пусть, пусть. Вот не зря я к тебе побежала с утра, не зря. Вот, Мотя, скажи, а что самое главное для солдата надо, да? Курс молодого бойца пройти. Курс молодого бойца, что? А ты не можешь курс провести? Вот с кем это я тут проведу. А со мной? С тобой. А что, ты стесняешься? С тобой бесполезно. Со мной проведи. Не помню. Я буду все объясню, покажу. Он в армию уже подготовленный пойдет. Ты понимаешь, вот они плюсики. Хватай, плюсики. Клав, не получится. Знаешь почему? Потому что надо, чтобы ты представила, что я начальник этих учеников. Ты даже представить такого не сможешь. У тебя вскипит твое его. ЕГЭ. ЕГО. Это другое совсем. Это вскипает, которое внутри. Ну, ты знаешь что? Для это вообще унизительные процессы. Для дела. Ты просто давай, не выйдешь. Давай, командир. Матильда, ты будешь командир. Ну хватит все. Ладно, уж раз ты настаиваешь. В этом году много настаиваю. Я знаю. Начнем с приемной подготовки. Принять. Сильно. Сейчас. Спасибо. Стой, раз, два, направо, раз, два, раз, два, конем. Кругом, раз, два, раз, два, ход конем. Отработали, отдали чести в строю. Как ты сказала? Где надо честь отдавать? В строю. Слушай, мать, может, я правду не знаю, ну-ка, пойду. А я буду там честь в строю отдавать? Ты что тут, ты что? Пройдите вот здесь строевым, я поговорю. Строевым, пожалуйста. Это
Что за строевая подготовка, душара, блин? Давай, давай, догони, кривоногая. Шахни четкий, грину с ног пифляется, попку отклячивается, куда ты вчагаешься. Тебе будет с такой строевой подготовкой-то покемон не пойманный? Слабо тебе? Взгляд такой. Иди, пожалуйста, отсюда. Ну что ж ты думаешь, ежели я слабая женщина, так от меня и толку не будет. Зря. Вот ты не глядишь, что женщина слабый пол. Сила слабого пола в его слабости, потому как слабый пол сильнее сильного. В силу слабости сильного пола слабого. О, как. Все сказал. Ну хорошо, раз ты настаиваешь, переходим к тактическим занятиям. А ну-ка, слышь, черт. Ничего, мать, ничего! Авиация ведь, блин, да? Конечно, авиация, как же. Голубая кровь, так сказать? Конечно. У меня будет отряд птеродактили! Пусть будет. Равнясь. Не надо язык отставить. Равнясь. Фирня. А ну представь, что у тебя автомат Калашникова. Чей у меня автомат? Чей у меня? У тебя автомат Калашникова. А мой автомат у кого? Так, еще вопросы будут. Вот, товарищ командир, а вы футбол любите? Понятия не люблю. А какая у вас любимая команда? Моя любимая команда. Лежать! Слушай, что покажешь? Лежать! Так, так, все, ладно, давай. Газы. Какие еще за это? Газы, говорю! Нервно-паралитические, удушающего действия. А чую, мой, пошли, пошли, газы-то! Для успешного ведения боевых действий вам необходимо окупаться. Ну и чем я здесь окупаться? Окупаться следовать с помощью шансового инструмента, а именно личной саперной лопатки. А где же я тебе возьму-то лишнюю сапатку лаперную? А ну залегла сапатка лаперная, раз черпаха тротила. Равняйся, всегда! Ну-ка, представь эту, как ее, стандартную ситуацию. Ты в степи, вокруг не было ранимого мани густика, и вдруг прямо на тебя из угла прет вражеский авианосец. Твои действия. Как авианосец? Ну, что ты там глаза-то закатываешь? Мозгом любуюсь. Молча! Вражеский авианосец, твои действия. Ну, пусть бы ему торпеда. Откуда у тебя в степи торпеда? Оттуда же, откуда у тебя в степи авианосец? Молча! Ты же более умный стала? Кто, я что я? Ну не я же. А кто? Молчать. Ты же более умный стала. Да кто, я что я? Ну не я же. А кто? Молчать. Ты же более умный стала. Кто я же? Ну не я же. А кто? Молчать. Кто? Фамилию назовите. Закончил упражнение встать. Можно оправиться и покурить. Да я и сама хотела. Чего ты сама хотела? Оправиться сильно захотела. Вот так. Я тут кто перед тобой стою? Непосредственный командир или так тесемочка от кальсонов? Тесемочка от этот командир. А командир, так и делай, что велено. Ибо старший приказал, а не сама ты педаль резиновая додуманность. Твое дело исполнять, а не хотеть, а кому очень хочется, что мог ставить к тому, как нельзя. Ибо главная цель в армии — это полный штаны противника. Поняла? Курица не сучка. Не сучка, блин. Курица не больно! Курица довольна! Ну хотя, переходим к поле занятиям. Конспектируй, воин. Нет. Тема следующая. Значение боевого командира в армейской среде. Так точно продолжайте. Командир для военного солдата, если дед родной. А родник командир, отца, только родина, мать, мать наша, да родная мать, ваша мать. А за мать свою вашу мать, да за родину мать, мать нашу. Мы любому врагу мать ихнюю, завсегда покажем ихнюю мать, матерную. Матрёна, чё-то я в родственниках запуталась. А я тебе помогу. Спасибо большое. Обязательно. Спасибо большое. Как не помочь? Если надо помочь, обязательно спасибо помогу. Спасибо огромное. Упор лёжа принять. Это зачем? Не доходит через голову, доведём через другое место. Упор лёжа принять. Thank you.
бабовщиной занимаешься, да? Ну ничего, встретишься ты мне на гражданке. Делай раз. С темной ночкой. Делай два. Пьяная да связанная. Делай раз. На рельсах. Делай два. С клямом во рту. Вот тогда поговорим. Закончишь упражнение встать? Есть. И запомни, боец, выпил водку, береги пилотку. Есть. Ну что, Клавдий Ивановна, цветочек, не легка военнослужба. Да уж, притомилась маленько. Ничего, ничего. Как говорил Валерий Ильич Ленин, тяжело учение, легко в раю, ёкарный бабай. Раз, 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 два, раз. Раз-два-раз, раз-два-раз, ход конем, раз-два-раз,